Следователи Якутии подвели итоги минувшего полугодия и поставили задачи на оставшиеся 5 месяцев 2016 года. Так, за 6 месяцев 2016 следователи получили почти 600 сообщений о преступлениях. Количество преступлений выросло на 15%, в основном за счет увеличения злодеяний средней и большей тяжести. Количество убитых выросло с 60 до 66. В то же время процент раскрываемости преступлений остается достаточно высоким по сравнению с остальными регионами страны. В частности, убийств раскрыто более 95%. Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть, 97%. В качестве примеров можно привести убийство 3 лиц в Ленском районе, где работают в Америке, 3 лиц в Ханговатском районе, приехавшие на рыбалку также, 2 лиц в бане частного дома в селе Чурчуровча, молодой женщине в городе Якутске, севшей ночью в такси с знакомыми пассажирами. Общая раскрываемость преступлений в Якутии в 2016 году составила 72,5%. Для сравнения, в России 58,8%, на сегодняшний день 55,4%. Нераскрытыми остались 3 убийства, по двум из которых возбуждены уголовные дела в связи с исчезновением граждан, трупы которых не обнаружены. Одно мужское причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшего смерть потерпевшего, но изнасилования.